Дорогие мои, привет! Начинаю новый влог, точнее это будет видео о покупках. Вечером, надеюсь, приду домой, сниму вам, у меня появилось много чего новенького. Хочу вам показать. Спасибо вам большое за комментарии под видео с днем рождения. Мне очень-очень приятно. Всех крепко целую, обнимаю. И, как обычно, показываю вам свой аутфит. Такие лаковые прикольные ботиночки. Что-то не блестят, хотя их натирала. В общем, ждите видео. Ой, точнее, вечером покупочки. На улице, кстати говоря, весна. Но как-то сегодня ветрено. Вчера солнечно было. Надеюсь, погода к обеду разгуляется. Я еще и без уже шарфа. Вот. Иду, в общем, на работку. Вот, кстати, одна из моих покупок. Вот такая хлопковая маечка с открытыми плечиками, такую полосочку. Очень мне нравится, как она смотрится и с юбками, и с брюками, и с джинсами, со всем вместе. Вот ботиночки из Zenda, но очень удобные, с такой удобной стелькой, мягко-мягко идешь, и аж нога продавливается. Купила на работу ходить, лаковые, стоили раньше 3-400, не помню, в общем, честно говоря, цену. Ухватила их по огромной скидке сейчас в Зендоне, до 70% доходит. Я извиняюсь, что они слегка грязные, потому что я их вовсю ношу, у нас дожди. Я очень ими довольна, подо все подходит. Я, кстати говоря, покрасилась. Ухожу в свой цвет. И очень довольна этому. Идем в койке Арине на аутфит, да, Дать? Сумочку взяла. Сейчас кедики еще оденешь. Кротышка новой жилетки. Мой аутфит. Наконец-то! Выходим. На солнце шпарит. Ура! 20 градусов. Мама. Любанька моя мне презентовала. Я просто в восторге от этой сумки. Очень качественно выполнено. Сейчас скажу, что за фирма. Вот она, фирма. Очень качественно все выполнено. Мягкая так кожа. Вот эта фирма. Алессандро Френза. Еще шарф с моими любимыми пингвинами. Огромный палантин. Я очень довольна. Родные орешки. Любань, скажи привет. Привет. Помаши ручки, давай. Скажи всем привет. 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 Все. Красиво. Ну здесь же, помнишь, мы катались в детстве с горок? Аккуратно, Ари, ладно? Под ноги смотри. Ой. Горка-то большая. Ты чё? Красота. Да. Да? Давай. Орешек. Господи, как хорошо в родных краях быть. Царицына. День, это я к тебе приехала, а ты ко мне. Ну, точнее, эй, встретились. Наконец. Я поцелую. Кайф. Я с новой сумкой, соответственно, и не дождалась. Мы все на всех площадках подряд останавливаемся сегодня. Погода чудная. Вон Аринка на горке. Хватит. Как малышка, малышечка. Хватит.
Слушай, дайте фото сделаем, пока мы все вместе. Это... Сейчас я поставлю сюда. А мы что, расходимся? Не, ну эти спать сейчас лягу. Сейчас туда, я тоже за тобой сяду. Рега. Он стал чужим, понимаешь? Сами ключи не отдай к тому. Еще у меня появилась вот такая сумочка в виде духов, тоже моей подружки. Очень интересная, под специальный какой-то наряд, если не знаю, летний. Единственное, вот не люблю я золотую фурнитуру, совсем не люблю, но что-нибудь придумать можно. Внутри вот так она выглядит, с двух сторон вот такие достаточно большие отделения, запасные коротенькие ручки, с другой стороны то же самое. Прикольная такая, что-то такая подростковая. Ого, поп не слипнется. Все, посмотрите туда. У вас куда? Пикник? Нет. А что? Мы не скажем. Нас. Мина. У нас, в родном, посмотри. Вот это, вот так вот. Похоже, да? Похоже. Там, походу, что-то раскрыли. Это мероприятие какие-то. Там... Детки. Конфетки. Инесса. Ну, я понял. Что мы там? Мам. Инесска, молодец. Отроет везде, да? Красоту. Это кто вообще? Что за цветочек? Ты без понятия. Вот и розовый. На Анюте на глазки похоже. Угу. Вообще красота. Ну, поменялось. Мне тогда больше нравилось, когда у нас еще маленький. Я же не готова. Да ладно, теперь мы же просто гуляем. Маринка, мне снова шел. Дай. Девочки, всем привет! Заканчиваю свой влог на аутфите. Началась новая рабочая неделя, она коротенькая, 4 дня и снова праздники. 9 мая, будем отдыхать, опять гулять 4 дня. Надеюсь, вам понравилось. Я провела просто замечательные выходные, ездила к друзьям в Орехово, свое, где мы жили все время вообще. В парке гуляли, Царицынском, вообще везде. Просто потрясающе. Надеюсь, вам понравился этот влог. Всех целую. И до новых встреч. Пока-пока.